Ребята, всем привет! Вы на канале Рисунки по клеточкам или Пиксель Видео. Сегодня мы нарисуем объемный рисунок по клеточкам. Нам понадобится линейка и ручка. Рисуем квадрат 20 клеточек на 20 клеточек. Или 10 сантиметров по линейке. 10 на 10 сантиметров. Теперь вот тут откладываем две клеточки по диагонали, тут две клеточки и тут, и соединяем. Теперь тут откладываем две клеточки, и тут две клеточки, рисуем 4 клеточки вниз, 4 клеточки в бок, 4×4. Две клеточки пропускаем, рисуем 4 клеточки. Вниз 4 клеточки. И в бок 10 клеточек или 5 сантиметров по линейке. Тут мы соединяем, и вот тут 2 клеточки. Тут 2 клеточки по диагонали. Две клеточки наверх. Две клеточки в бок. Вот тут две клеточки вниз. Две по диагонали. И 8 клеточек в бок. Тут пропускаем две клеточки. Рисуем. Квадрат 4×4. Две клеточки по диагонали. Две клеточки в бок. Две клеточки наверх. Тут две клеточки пропускаем, тоже рисуем квадрат. 4×4. Тоже две клеточки по диагонали. Две наверх и две в бок. Две клеточки пропускаем, рисуем 8 клеточек вниз. Или 4 сантиметра. Через две клеточки еще 8 клеточек вниз. Тут 4 клеточки, 2 клеточки вниз, вот отсюда рисуем 8 клеточек в бок, и через 2 клеточки еще рисуем 8 клеточек в бок, и вот отсюда 4 клеточки наверх, 4 клеточки в бок, 2 вниз. Две пропускаем, еще две клеточки вниз. Две клеточки пропускаем, рисуем 8 клеточек. 4 клеточки вниз. Две клеточки в бок. Вот отсюда 8 клеточек вниз. И
рядом рисуем 10 клеточек вниз. 4 клеточки в бок. 4 клеточки наверх. Две клеточки. Тут две клеточки, две по диагонали. Тут мы дорисуем 6 клеточек наверх. И вот тут две. Теперь раскрашиваем. Берем желтый фломастер и закрашиваем. Вот это. Вот это. Это. Вот эти закрашиваем. И наверху. Теперь берем зеленый фломастер, закрашиваем как на видео. И красный цвет. Закрашиваем все остальное. Ребята, вот такой рисунок у нас получился. Если вам понравилось видео, подписываемся на канал, переходим по хэштегу, там смотрим видео, делимся видео с друзьями, обязательно нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все, пока. Пока-пока.